Ну что, ребята, всем привет, с вами Ярослав Брулев, и это последнее видео на этом канале. И стримов тоже здесь не будет. Долго думал об этом, но все же решился записать такой видос и полностью остановить деятельность на этом канале. Поэтому хотел каждому сказать спасибо, кто принимал участие в жизни моего канала. Мы снимали видосы и стримили с 2016 года, то есть последние 8 лет. Многие ребята на мне выросли, смотрели мне очень долгое время. Поэтому спасибо вам, что смотрели мои видосы. И спасибо отдельно ребятам, которые последние года смотрели мои стримы, и донатерам, которые отправляли какие-то огромные суммы. Конечно, грустно, что все так происходит и приходится заканчивать свою деятельность на канале, но я не отчаиваюсь, я не расстраиваюсь, все будет нормально. Тем более, стримить я все равно люблю, поэтому все последующие стримы по совершенно разному какому-то контенту и, может, иногда сам, будут проводиться на Твиче. Поэтому, если кому-то интересно и кто-то хочет по-прежнему за мной следить, поддерживать, то жду вас на Твиче, ссылка будет в описании. А так, конечно, грустно, что на этот канал потратили очень много времени и вот приходится его все же закрывать. Предлагаю немного поностальгировать, вспомним старые моменты нашего канала, и на этом мы закончим. Поэтому, ребята, всем еще раз спасибо. Спасибо, что вы были все эти года со мной. Этот канал закрывается. Так, окей, движемся на центральную ферму, посмотрим, что там у нас происходит. Так же, как и на Сатурне я поднялся, так же, так и на Марсе. Я не оставался на второй год в школе, просто в Европе 12 классов, 12, не 11, поэтому поймите это. Не стоит заказывать рекламу у данного человека. Лидерка арабской мафии, вы представляете? И... Да, мы зашли, ребята. Почему не стоит там играть? Ну это полное дерьмо, я не знаю, как вообще там играют. По названию вы поняли, что я обоссался. Но уже все нормально, потому что меня наразили шампик. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав Брулев, Arizona Tucson, Брулев Play канал. И вообще, давайте я расскажу, как все это начиналось. Первоначально я просто сидел ВКонтакте и ничего не предвещало беды, как вдруг мне пишет Денис Делоренци, тот самый. Маленький трейлер стоит 1 800 000. Средний размер вы можете забрать за 3,5 миллиона, и большой за 3,9. Ну, сейчас я вам расскажу про каждый транспорт вкратце, сколько он стоит. Всех пытается споить. Я понимаю, как ты за меня рада. Мама, спасибо. Куда он забрался? В жопу только что вылез какой. Короче, Саня, Витыч. Саня, приводный второй. Ого, ебать. За 450 рублей мы можем купить этот аккаунт. 25 миллионов. Титан випка. Лежал я в ванне, флексил, праздновал 80 тысяч на канале. Короче. Ну что, мы сегодня будем заходить, ебать, я что, сука, не могу. Да вот что, мы сегодня зайдем в игру или нет? Точно, я же забыл, мы ж кенты, ебать. Короче. Ну и все, мы открыли. А куда его повесить? Куда... Что? Нет, нет. Ярослав Брулев отсосет 100 хуёв. Сейчас я челлендж от Ярослава Брулева пройду, и мы с тобой пообщаемся. Ярик, подожди, я слушаю. Время идет! Время идет! Все, я его сейчас забаню, хватит. Ну и давайте смотреть, сможет ли он найти или нет. А вы... Он чистый, всего один владелец, а Влад...